Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, данная тема стала возможна лишь по одной причине. Неумолимый факт взаимодействия, степень взаимодействия между патологом и торакальным онкологом в центре Петрова в 100 раз выше, чем в любом другом учреждении Российской Федерации. Степень взаимодействия, взаимопонимания – это единственное учреждение, в котором патолог является частью мультидисциплинарной команды не на словах, а на деле. Дело в том, что в настоящее время сохраняется диагностическая необходимость в установлении гистологического типа рака легкого. Вообще, какова зона ответственности патоморфолога в рамках взаимодействия в пределах взаимодействия мультидисциплинарной команды? Сохраняется необходимость установки первичного морфологического диагноза. И речь идет не только об установлении двух групп – мелкоклеточного рака и немелкоклеточного рака. По настоящее время, если мы будем ориентироваться на рекомендации РУСКО, речь идет о необходимости уточнения крупноклеточного рака, плоскоклеточного рака и аденокарцинома. По какой причине? В первую очередь это связано с тем, что за морфологическим исследованием, неотъемлемым этапом, следующим, стоит молекулярно-генетическое тестирование. И патоморфолог стоит на старте диагностического марафона, и как истинный марафонец он должен рассчитать и спланировать собственные силы для того, чтобы объема диагностического материала хватило на все диагностические этапы. О чем речь? В основе классического морфологического исследования является сопоставление эталонной морфологической картины нормальных структур легкого и опухолевых элементов. Посмотрите, как выглядит нормальная ткань легкого. Обратите внимание, что собой представляет ткань легкого? Это альвеолярные структуры и межальвеолярные перегородки чуть толще диаметра эритроцита. Как выглядит аденокарцинома легкого? А по своей структуре она напоминает стенки альвеол, но при максимальном увеличении вы можете увидеть предсуществующие стенки альвеол, которые высланы опухолевыми клетками. И в данном случае патоморфолог интерпретирует морфологическую картину как стелящаяся аденокарцинома. Что следует за этим? Следует молекулярно-генетическое тестирование. На первом этапе, если мы опять же ориентируемся на рекомендации РУСКО, речь идет о тестировании мутаций гена EGFR, транслокации ALK и ROS1. Что происходит, если существуют клинические факторы риска? Возможен анализ транслокации MET-RET, мутации HER2, КРАС и БРАФ. А что происходит, если существуют возможности использования иммунотерапии, возможно, экспрессия PD-L1. И морфолог стоит перед задачей, а что выполнить в первую очередь? Стоит ли проводить длительное иммуногистохимическое исследование и использовать весь материал, и на следующем этапе опухолевых клеток не останется для проведения молекулярного анализа? Все просто, если опухоль состоит из желез, высланных опухолевыми клетками. В данном случае мы интерпретируем морфологическую картину как ацинарная аденокарцинома легкого. А что делать, если поля опухолевых клеток с обильной цитоплазмой не формируют железистые структуры? Мы интерпретируем данную морфологическую картину как солидный по типу аденокарциномы. Но согласитесь, даже невооруженным взглядом видно, что спутать между собой солидную аденокарциному и крупноклеточный рак весьма просто, несмотря на то, что диаметр опухолевых клеток существенно отличается. В данном случае мы используем иммуногистохимический метод, и это наша зона ответственности. На наше счастье, в настоящее время диагностические алгоритмы, они четкие, достаточно четко определены, и выполнив минимальную диагностическую панель, 3-4 иммуногистохимических антитела, мы способны в 80-90% случаев установить подтип немелкоклеточного рака легкого. Обратите внимание, два биоптата в одном случае на слайде слева один столбик опухолевой ткани, в правой части три столбика, разные диагностические возможности у хирурга. При микроскопическом исследовании и там вы можете наблюдать поля опухолевых клеток. А при иммуногистохимическом исследовании в одном вы наблюдаете ядерную экспрессию маркера TTF1, а во втором случае цитоплазматическую экспрессию маркера цитокератина 5,6. И в первом случае мы интерпретируем полученную картину как аденокарцинома легкого, а во втором – плоскоклеточный рак.
Так происходит в 80-90% случаев. В 10% наблюдений по результатам иммуногистохимического исследования выявляется неспецифический иммунофенотип, и морфологический диагноз может оставаться прежним. Не мелкоклеточный рак легкого. Мы прекрасно понимаем, что это вызывает определенную неудовлетворенность у онколога, и мы стараемся минимизировать данные случаи. Дело в том, что следующим полем нашей ответственности является оценка предиктивных факторов. Например, оценка АЛК. Эталоном является иммуногистохимическое исследование. Совершенно очевидно, что референсом выступают молекулярно-генетические методы исследования. Но нужно прекрасно понимать, что количество подводных камней среди молекулярно-генетических методик огромно. Им необходимо ориентироваться и на глубину молекулярно-генетического анализа, и на возможности скрининга, который, иммуногистохимического скрининга, который достаточно прост и который сравнительно проще выполнить, чем весь объем молекулярных исследований, которые связаны с АЛК, это и транслокация, и несбалансированная экспрессия и так далее. И обратите внимание, иммуногистохимическая экспрессия АЛК в совокупности с ФИШ, с флуоресцентной гибридизацией инситу, позволяет достаточно четко оценить статус молекулярных повреждений АЛК. То же самое и вторая, достаточно редко встречающаяся мишень – это ROS1. И иммуногистохимический метод в совокупности с флуоресцентной гибридизацией инситу может служить достаточно эффективным инструментом поиска редкой мишени, памятуя о том, что референсным методом все равно является молекулярно-генетический анализ. Успехи иммуноонкологии привели к тому, что одним из перспективных иммуногистохимических маркеров, оценку которой производит патоморфолог, является маркер PD-L1, который исследуют также и в образованиях легких. Что нужно иметь в виду? Критерии, особенности клонов, особенности проведения реакции – это тема отдельного доклада. Какие проблемы реально существуют, которые есть в действительности? Первое – это истинная гетерогенность. Обратите внимание, низкодифференцированный немелкоклеточный рак легкого, и вы можете наблюдать в левой части слайда зону выраженной экспрессии маркера PD-L1, в средней части слайда умеренную экспрессию маркера PD-L1 и в правой части слайда зону опухолевых клеток, которые не окрашены маркером PD-L1. Второй компонент проблемы заключается в следующем. Каждая региональная патоморфологическая лаборатория оснащена автоматизированной системой окрашивания. Будь то Вентана, будь то другие производители. Это замечательно, это великолепно, поскольку проведение иммуногистохимического исследования полностью стандартизировано. Но есть маленький нюанс. Все остальные этапы процессинга продолжают выполняться в трехлитровых банках. Поэтому, анализируя конечный результат, это необходимо учитывать и проводить данные исследования, в которых может наблюдаться и гетерогенность, и высоко влияние всех сопутствующих факторов исключительно в крупных референсных и патоморфологических центрах. Следующее поле деятельности – это изучение удаленного макропрепарата после хирургического вмешательства. Новая версия ТНМ привела к тому, что, во-первых, изменились некоторые позиции Т-критерия. Кроме того, четко определено, что Т4 – это та ситуация, когда опухоль превышает 7 сантиметров. И перед патоморфологом встает диагностический вызов в четком определении размера опухоли. Это стало необходимым с точностью, хоть в ТНМ и прописано с точностью до сантиметра, но перед нами стоит задача в определении с точностью до миллиметра. Это существенно удлиняет время патоморфологического исследования. Кроме того, следующая диагностическая задача, которая перед нами стоит, это оценка края резекции. Ведь на самом деле стенка бронха – это сложная структура, в которой присутствует слизистая оболочка, подслизистый слой, хрящевая ткань, и опухолевые клетки в крае резекции могут наблюдаться в пределах эпителия, подслизистого слоя, перебронхиальной инвазии, как на слайде слева. Посмотрите. Слизистый слой, подслизистый, хрящевая ткань и поля опухолевых клеток.
И четвертый вариант – это лимфатическая инфильтрация, которая может наблюдаться в микропрепарате, и это все необходимо отражать в патоморфологическом заключении. Следующая диагностическая задача – это оценка инвазии висцеральной плевры. Оценить ее можно исключительно во взаимодействии со специалистом по лучевой диагностике, поскольку, обратите внимание на периферическое образование легкого, а при микроскопическом исследовании мы можем наблюдать при использовании дополнительных окрасок на эластические волокна, они отмечены красными стрелками, можем наблюдать фокус аденокарцином. Согласитесь, мало где выполняют дополнительные гистохимические реакции, в том числе и на эластические волокна для оценки инвазии висцеральной плевры. Кроме того, инвазия в сосуды. Это требует последовательной, длительной оценки поля за полем всего препарата. И чем больше исследовано фрагментов, тем лучше. Как выглядит сосуд? Обратите внимание с центрально расположенными эритроцитами, а на правом слайде мы видим структуры тромба и центрально расположенный фокус аденокарцинома. Это существенно, поиск инвазии опухоли в сосуды существенно удлиняет время патоморфологического исследования. Новые гистологические, нозологические единицы, которые появились в текущей классификации, это аденокарцинома инситу и минимальная инвазивная аденокарцинома. Дело в том, что установить подобный диагноз можно исключительно во взаимодействии со специалистом по лучевой диагностике, с хирургом, который выполняет операцию, и патоморфологом, который это все будет оценивать, поскольку поиск данного образования весьма затруднителен без взаимодействия с хирургом, поскольку данное образование можно при стандартном исследовании макроскопического препарата просто-напросто пропустить. Кроме того, Евгений Владимирович полчаса назад говорил о необходимости оценки лимфатических узлов в удаленном препарате. Если мы говорим о центре Петрова, то лимфоузлы с 1 по 10 группу исследует хирург. С 10 по 14 группу исследует патоморфолог, раскладывает макроскопически. Это существенно улучшает результаты оценки, поскольку это позволяет увеличить количество исследуемых лимфоузлов, оценить их, более тщательно оценка топографии. И кроме того, 10, 11, 12 уровень. А кто может похвастаться тем, что в патоморфологических заключениях, которые у вас есть, присутствует описание 12 уровня, а 11? Согласитесь, далеко не всегда и не в каждом заключении они присутствуют, а пятилетняя выживаемость больных в зависимости от метастатического поражения может существенно отличаться. Далее. Новое поле деятельности. Финальный слайд. Но поле деятельности, что появилось действительно нового? Морфологический анализ перед молекулярным тестированием. Дело в том, что мы находимся на том этапе, когда существует проблема не установки гистологического типа опухоли, не степени ее дифференцировки, а абсолютно новые задачи. И определенное значение имеет установить гистологический тип, поскольку, согласитесь, и изучать статус гена EGFR в плоскоклеточном раке бессмысленно, мы тратим время у пациента, который с четвертой стадии, и мы тратим время на абсолютно ненужный тест. Следующее – это определение соотношения опухоль-неопухоль для чувствительности теста, поскольку исследование мутации гена EGFR в образце, в котором содержится 10% опухолевых клеток, это вполне приемлемо, а если мы изучаем мутации T790M, этого может быть недостаточно. И в данном случае речь идет о взаимодействии уже, соответственно, патоморфолога и генетика. Между ними должно быть определенное взаимодействие, степень доверия. Патоморфолог должен указывать процент опухолевых клеток, которые находятся в образце, и это приведет к правильной интерпретации полученных результатов, поскольку молекулярное генетическое тестирование не представляет собой черный ящик, а также требует активного влияния специалиста по молекулярной диагностике. Следующая проблема – это оценка репрезентативности образца. Мы говорим о том, что качество
Вот третья задача, четвертая, это все об одном и том же. Контроль адекватности обработки образца и оценка репрезентативности образца. Качество препаратов, которые поступают на консультативные исследования и на молекулярно-генетический анализ, существенно варьируют в пределах разных патоморфологических лабораторий. Их качество где-то хорошее, где-то очень хорошее, а где-то до сих пор остается средним. И в этом плане есть к чему стремиться и улучшать качество морфологической диагностики. Оценка сопутствующих патологических процессов, которые затрудняют молекулярное профилирование. Мы говорим о том, что, получив препарат, мы можем наблюдать выраженную воспалительную инфильтрацию лимфоцитов, которая существенно затруднит молекулярный анализ. И патоморфолог, взаимодействуя с генетиком, говорит о том, что в данном образце указывает сведения, что в данном образце присутствует большое количество элементов, не опухолевых элементов, которые могут осложнить конечную интерпретацию полученного ПЦР-продукта. И оценка выраженности внутриопухолевой гетерогенности, поскольку в значительном количестве наблюдений опухоли легких могут содержать в себе различные компоненты, не один, а несколько компонентов, и это может повлиять на конечный результат молекулярного тестирования. Глубоко уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Спасибо, Александр Иванович. Какие вопросы будут, Александр Иванович? Александр Олегович, прошу прощения. Вопросы к Александру Олеговичу. Вопросов нет. Я не совсем понял, Александр Олегович, как вы распределили последовательность и этапность исследования лимфоузлов? Вы назвали часть узлов и группы даже назвали, которые исследуют хирурги, да. И другие исследуют морфологи. Что вы в это вложили? Какой смысл? Стратифицируем, да. Уже, это даже ко мне вопрос. Да, Иван Сакрович, мы стратифицируем, когда разрезаем препарат, уже раскладываем для морфологов по так скажем, по стейшн, по группам. Хирурги после операции рассекают по... Ну, это, да. Вы так сейчас преподносите, как нечто такое новаторское. Это давно делается, ну, конечно, и 100 лет. Да, там, да. Было сказано так, что эти группы исследуют хирурги, а иные группы исследуют морфологи. Внутрилегочные. Внутрилегочные. Это макроскопический этап, да. Исследования. Да, мы говорим о макроскопическом этапе исследования. А микроскопический... Естественно, это... исключительно квалифицированный, да. Патоморфолог. Но почему-то группы лимфоузлов вы обозначили. Нет? Не так? С 10 по 14. Да. Я так скажу. Просто в обычной, я так уточню. В обычной сказали бронхолегочной и все. Обычно так, поражение бронхолегочное. У нас стратифицируют от 10 до 14 группы, какие лимфоузлы поражены. Вот все это ясно, ясно. Да? Имеется в виду, да? Внутрилегочные. Да, внутрилегочные. Дальше. Спасибо большое.